Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! Хочу обратиться к вам за помощью. Я мать-одиночка с тремя детьми, живу на съемной квартире. Работаю на автомойке. Уже несколько лет состою в очереди на жилье. Ходила в Акимиат, но бесполезно. Достучаться никак не могу. Раньше получала пособие АСП. Как-то было легче. Потом отменили АСП. Получаю пособие 40 тысяч на старшего сына по утере. Сейчас в данный момент я не могу дальше снимать съемную квартиру. Очень тяжело. Оплачивать еще детский сад. Так как на самомойке в плохую погоду у нас не идет работа. Ежедневная зарплата моя зависит от машин на работе. Сколько машин помоешь, столько заработаешь. В день где-то 5-6 тысяч у нас выходит. И каждый день я стараюсь детям что-то купить, чтобы они покушали. Я вас прошу, пожалуйста, кто сможет, чем сможет, помогите моей семье. Или получите эту квартиру, которую мы ждем уже несколько лет. Потому что уже нет сил дальше бороться, обращаться в Акиму или куда-то. Они как мячик с одного места на другое постоянно перекидывают. Жди-то, жди, жди-то, жди. Хотя некоторые ждут по 2-3 года и получают. А мы никак не можем получить. Прошу вас, если сможете помочь, помогите. И по кредитам не могу оплатить, потому что зарплата сейчас не позволяет. И долги у меня за продукты в магазинах. В общем, если сможете, пожалуйста, помогите моей семье. В этом месяце перезаняла я деньги, оплатила квартиру. Теперь надо будет отрабатывать и потихоньку отдавать, рассчитываться. Спасибо вам большое, что выслушали. Дай Аллах, чтобы наша мечта исполнилась моих детей. Заимели свое жилье, свою комнату, свою кровать, свою постель. Имущества у нас никакого нету вообще. Все, что внутри квартиры, все хозяина, это все съемное. Я стараюсь, чтобы дома было чисто, уютно. Чтобы дети постоянно чистые ходили. У меня очень большие долги по кредитам. И по соседям я нет-нет занимала. Тоже надо будет отдать. И не знаю, как поступить сейчас. Работы нету толком. Уже второй день мы получаем 2000 зарабатываем на самомойке. Спасибо вам большое. Надеюсь, услышат наше обращение и помогут нам, моей семье.